Всем добрейшего времени суток, друзья. С вами Злобный. И у меня очень сильно поменялся голос. Наверное, это все-таки переходный возраст дает о себе знать. Ладно, шучу. Просто я ты потерял голос. Но хотелось бы в первых рядах все-таки смотреть на новогоднее обновление. Это жесть какая. Короче, чтобы вы понимали, я, скорее всего, добавлю субтитры к видео. Так, ну что, в новогоднем обновлении, ребята, ждет много всего интересного. Прежде всего, это обновленная система. Это обновленная система опыта. Давайте на нее сразу глянем. Итак, изменение системы опыта аккаунта. Максимального уровня аккаунта теперь нет, ребята. Прокачиваться можно бесконечно. Какие начинают с первого уровня. Весь опыт, накопленный за 2022 год, теряется, а переносится в прогресс ветеран. Сейчас посмотрим. Добавлена линейка наград за уровни. В специальном окне можно отследить текущие прогрессы награды. Новые уникальные награды за повышение. Прикиньте, что нас ждет. И, судя по всему, еще ждут аватарки. Рамки, вернее, аватарок. Итак, ребят, на первом левеле меня ждет бокс, на бокс, метки монет, потом граффити. Смотрите, как граффити. Ребят, извините, буду вот так иногда делать. По-другому просто никак. Итак, первая аватарка. Вот он там, монеты, боксы, короче. Только максимально 25, да? Вот, и первая аватарка нас ждет на 10-м. Смотрите, ну классно, да? Согласитесь. Значит, на 15-м. Реечка. Интересно, их можно будет продать? Что это? Шильдик? Шильдик, наверное, да? На 20-м. Такая рамка. На 20-м еще бронзовая. Так. На 30-м левеле, смотри. Хорошо. Ну это прям вообще классно. Хантер. На дигл скинчик. Обалденно. Слушайте, ну вот это прям вот будет, я так добавлять тот момент, что захочется, в общем, ребятам играть. Ну, в общем-то, как и мне, да. На 55-м уровне рамка тира 5-го. А когда будет серебряная, хотя? На 60-м офиге. Смотрите, здесь уже больше дают, гораздо больше монет, по 80 дают, и боксов побольше. 50 уровень. Лошмат нам дадут. Чик. Илгрип. И только на 70-м у нас пойдут серебряные рамки. Ну, слушайте, это прям, вон шильдик. Шильдик золотой. Странно, да? Прилочек на 90-м. На 95-м. Следующая серебряная рамка. На 100-м уровне АВМ. Ой, красивый АВМчик. Поближе посмотрим. Вот такого плана, как бы, такими геометрическими фигурами, так сказать. Там мне прям вообще заходят скины. На 115-м. Третьего тира. Боксы, монетки, 135-й, рамка тир 4-й, 155-й, рамка тир 5-й, на 170-м, тир 1-й, то есть вы понимаете, да, когда мы будем с вами заходить в игру, ребята будут нас видеть, наши рамки, видеть и будут примерно понимать, то есть сколько мы вложили сил, времени и средств в эту игру, в эту тщательную, ребята, игру. Так, тир 3. Мне интересно, что там в конце будет. Тир 4. Тир 5. Конечно, вот 5-го тира рамочка, да. Есть на 250-м уровне дает. Это просто не знаю, насколько нужно. Хотя вот смотрите, на 270-м.
Танка первый. 92. А здесь будет циферка, да, у нас пока. Будет цифра, типа, какой левел у нас. Тир 4. 5. Что? А, это вот уже платиновая. Судя по всему. Где-то же должен быть предел. Невозможно, чтобы в бесконечности качаться. Хотя нам написали до бесконечности. Но рамки должны закончиться, мне кажется. Так, тир 5, 450 уровень. А вон еще идут. Уже я не знаю даже, как назвать. Даймонд. Ну вот это, конечно, топ. Просто топ, ребята. Ну что, следующие видосы будем как называть? А вот, вот 600 уровень, это предел, значит. Он дается. На нем дается рамка 5. Вот так оно выглядит. Красивая, блестящая, обалдеть. Обалдеть. Классно, теперь переходим к ветерану. Здесь у нас. Ага, здесь стало более все прозрачно, то есть до следующей медали нам будут, на, то есть медали будут даваться отдельно, а уровни будут даваться отдельно, все ясно. Значит, до следующей медали мне осталось, ну, 21,4%. Старт потом, бронза, серебряная медаль, платиновая и даймонд, даймонд. Переведите, ребят. Так, смотрим дальше. Смотрим, что у нас еще здесь появилось. Так, ну первое, что бросается в глаза, это рулетка. Это колесо. Давайте смотреть. Убивая части пазла, чтобы нам, чтобы собрать 9 частей, получи комбит. Первая награда при смене качества. Ну, будет нам, скорее всего, покупать всего и много очень. Пипер Кэмо. Кана. А еще она может выпасть. Но это как в прошлых, судя по всему. Вот такие монетки SC. Которые мы можем приобрести. Что? Которые мы можем приобрести вот такой вот калашмат. Такой же Юсп. Граффити. Ой, это клейка, классическая наклейка и набор граффити. Ну, то есть мы снизу поднимем. Сначала граффити, печка, под 165 SC. Покупаем вот такой носки. Давайте поближе. Так, outline. Digital burst. Блин, выглядит классно. Выглядит здорово. Серьезно. С учетом того, что у меня еще настройки выкручены вниз. Так, всего, кстати, он продлится, этот ивент, 27 дней. Так, ну и в рулетке у нас может выпасть кейс Sharp. Части пазла. 23 монетки. Чармик. Чармик. Перчик вальдучий или чили называют. И в принципе... А, и еще вот. А, самое бесполезное оружие в игре. Purple Mist. Раритетный. Такой себе. Ну, в принципе, наверное, выглядит неплохо, но это дело вкуса. Так, здесь... Ну, здесь мы все, да, посмотрим. А? Сони смотрели на стриме. В принципе, вроде бы как. Давайте посмотрим теперь Battle Pass. Так, поехали по Battle Pass. Во-первых, для начала посмотрим, сколько. 500 рублей. Отлично. Так уж и много. Извиняюсь еще раз, ребят. Так, давайте сначала по... Или сразу. Давайте сразу. Итак, первое, нам ничего не дают при приобретении, нам дают вот такую вот
неплохо. Медальку, да. Потом, ну, наверху там все проще, да, на, в бесплатном. Там боксы, наклейки. Ладно, доберемся. Нас интересует платный. Ой, хороший, вот этот хороший скин. Вот я прям хочу такой скин. Обалденный. Этот классный на юмп. Слушайте, все скины зачетные, но вот этот я бы не сказал. Это тоже такой себе. Вот этот хорош. Не знаю, из всех скинов мне нравится вот этот и вот этот. Остальные все обалденные. Особенно вот Sunset M4, это вообще огонь. Дальше у нас идут наклеечки. Ой, наклейки граффити. С уткой. Граффити с пистолетиком. Человечиком. С пальмочками, мороженым, ставьте со снеговиком, понятно. Наклейки. Вот это, кстати, хорошая наклейка. Тоже хорошая. Хорошая. Не, слушайте, наклейки мне здесь все нравятся, если честно. Пожалуй, я их продавать не буду, если они будут не выпадать. Давайте посмотрим чармики. Кстати, вот эти чармики нам выпадали... В новогоднем трейлере, да, помните? Нас их кидал Дед Мороз. Чармик уточка. Gold Best, да. Evergreen. Прикольный, кстати. Страшный. Chibi Party Snowman. Ой, вот этот вообще класс. Вот Ice Balloon. Какой-то, да. Ну вот это, кстати, ну не знаю, ну вроде бы неплохая такая, объемная, такая, как бы низкополигональная, но не знаю, вот из этого всего очень нравится вот это и вот это. Поехали, здесь наклейки все те же самые, да, те же самые. А, скины. Здесь, кстати, на 15 уровне. Медалька. Вот Winter Party. И в конце вот что нас ждет дальше, кстати, еще посмотрим. Цена ждет в любом случае нож какой-то, да, из этих нож будет, прикиньте, нож. А почему не бабочка? Я хотел бабочку. Мы не запихнули бабочки. Короче, M9BN это Digital Burst. Неплохой, но я вот сразу прикидываю, какие бы к нему пошли перчатки. Могу ничего, да. Помнить, представить, наверное, геометриком удобно. Ну, в принципе, на кукре то же самое. Так, кунай призм. В принципе, наверное, можно будет что-нибудь под эти скины подобрать. Да, какие-нибудь перчатки, если посматривать их с точки зрения каких-то сетов. Ой, вот этот хороший. Анте ретро аркей. Вообще. Либо вот этот, либо... Ну, хотел бы вот эти, конечно. Вообще классные. Тем более, те, кто... ребят, те, кто меня смотрит, наверное, в курсе, как я отношусь к пиксельному, что... К играм, к каким-то пиксель-артам и так далее. И теплотой и любовью. Так, давайте смотреть дальше. Ну, серебряная медалька, это понятно, да? Скины остаются те же самые. И на 60-м нам еще раз дают нож. Потом, ну здесь все по стандарту, да, на 61-м золотая медаль. Это уже мы будем покупать. Ну я вряд ли буду покупать. Так, по заданькам быстренько пробегаемся. Заданием первой недели. Оцениваем их сложность. Так, ежедневки 1000 урона в режиме захватка. 15 противников с дистанции 20 метров в команде. 4000 урона в режиме безумный Санта. В целом, кстати, несложно из положения сидели. Союзники с... Нет, слушайте, нормально. Первые несколько левелов, я думаю, достаточно быстро будет получить. А, да, кстати, при входе в игру, мне дали, знаете что? Вот такой вот чармик, ребят. Такой чармик мне дали при входе в игру. Напишите в комментах, вам такой дали или, может, какой-то другой.
Так, ну что, давайте смотреть режимы. Итак, нам дали, дают два новогодних режима. Это Безумный Санта и Потасовка Снеговиков. Давайте посмотрим на Безумного Санта. Здесь две карты, Snow Yards и Winter Outside. Ну, любую, да, чекаем. Все остальное... Все остальное посмотрим на стриме. Похоже, Санта обронил свою волшебную шапку. Подберите ее быстрее всех, чтобы получить особые силы, ведь соперники обязательно попытаются ее отобрать. Ага, я помню этот режим. Был, по-моему, в прошлом новогоднем ивенте. Сейчас посмотрим. Кстати, при входе в игру очень-очень долго загружалась игра, но, наверное, все взялось. И, если честно, я думал, будет какое-то музыкальное сопровождение новое, но его поменяли на старое. То есть даже не прошлое, да, не предыдущее, а предпредыдущее получается. Ну, то есть стандартная музыкальная тема играет в меню. Во всяком случае, у меня так и во всяком случае пока что. Так, ну что? Будет загружаться игра, нет? Ага, загрузилась. Так, здесь у нас мы можем что-то покупать? А, нет, здесь только и даются. О, музон. Все оформлено под такую ретро-стилистику. Классно, кстати, классно, реально хорошо. Что нам нужно? А, нам нужно Санту. Кстати, по Фэписам, ну, есть, конечно, просадки, но с учетом того, что у меня запись идет в целом норм. Так, подождите-ка. Где у меня гранаты? На какую гранату? Ну-ка, давайте попробуем снежок кинуть. Потом. Слушайте, я, наверное, проще его так буду ковырять. Это что-то типа, знаете, этого... Что-то типа Джаггернаута. Он забавно смеется, кстати. Достаточно сложно его, кстати, завалить, я вам должен сказать. Я, пожалуйста. Так, я понял, нужно, значит, еще ближе к нему подходить. Жалко, здесь нельзя выбрать оружие. Хотя здесь по-любому все бы с пулеметами ходили. Если здесь выбить шапку Санты, то, мне кажется, здесь просто нереальное количество опыта насыпят. Нет, смеется он забавно. Безусловно. Ну, зачем мне вот этот дробовик дали? Я не понял, на какую он... Какую кнопку он нам... А, что выбрать гранату нужно? Хорошо, когда М-ку дают. Она прям в точку бьет, можно прям его конкретно кошмарить. Пойдем с другой стороны. Закидаем его снежками. Интересно, сколько снежок наносит урона?
Так, ну вроде бы мы идем пока на первом месте. Хотел бы посмотреть, сколько за первое место опыта. И в принципе, тут возможно даже и не обязательно шапку забирать, да? Кто-то на первом. Туда как будто вход какой-то есть. Ну да, здесь если ты шапку собрал, то считаю, у тебя первое место. Здесь вариант такой, короче, ждать, пока другие надамажат его. В конце к нему подходить и забирать шапку. Да ты надоел, дайте мне шапку. Нубик какой-то. Смотри, он набирает очки сколько. Это жесть. А, кстати, у нас же есть... Моя. Спасибо. Ну, я вам расслабиться-то не дам. Замучитесь меня ковырять. Эх, жалко. Жалко в конце. Ну, кстати, режим неплохой. Режим неплохой, и меня радует, что он достаточно оптимизирован. Прям очень хорошо. Ну, за второе место сколько дадут опыта? Спасибо. Спасибо. Так, ну ладно. Кстати, как вам оформление? А, еще, ребят. Знаете, здесь какое нововведение, о котором я чуть не забыл упомянуть. Здесь можно прям в игре, теперь кидать репорты на нечестных игроков. Это будет просто обалденно, ребят. Просто классно. Так. Давайте смотреть совку снеговиков. Интересно, она также будет долго запускаться. Одолейте вражескую команду в морозном состоянии, подбирайте снежки с поверженных игроков, получайте бонусные очки опыта за серию. Команда, которая первый соберет сотню. Хорошо. Так, у нас какой-то новый бастер. Давайте его посмотрим. Бастер прикольный. Стреляет. Классно. Для здорово, кстати. Ой, смотрите, какая физика. Физика разрушения. Физику разрушения подвезли. Ну, поехали. Так, нам нужно 100... Короче, это командная битва. Только в таком сеттинге прикольном. Кстати, узнаете карту, ребят? Все же узнали карту. First Snow. Triple Kill. А, здесь комбухи, короче, можно собирать. Ну, делать. Ой-ой-ой. Слушайте, ну классный режим, пофаниться, это прям хорошо. Че это взрывается такое? А давай попробуем с ножика. Ага. Понял, ну в целом, наверное... Проще с пистолета. Сейчас мы должны победить. В любом случае. Может быть, хоть здесь дадут опыта.
Кстати, интересно, система репортов будет действовать на тех, кто играет в симулятор. Что-то мне подсказывает, что будет. Это будет весьма и весьма печально. Для меня, во всяком случае. Знающие игроки, ребят, по-любому у меня в комментариях найдется кто-нибудь, кто шарит за эту тему. Скажите, как это будет работать? Кто вдруг знает? Да ну, какая долгая перезарядка. Так, ну мы все равно тащим. Да что такое? Мне, знаете, не очень удобно, не очень различиво. Извиняюсь, ребята. Странно, гранаты не берутся. Ну, типа, вот эти снежки. Очень бы хотелось. Сколько? 20 патронов? Да? Наверное, слишком рано перезаряжаться начинаю. С учетом того, что здесь у этого бластера долгая перезарядка достаточно. И Голд вот этот прям кошмарит. Если он будет меня смотреть. Надо ему передать привет. Реально очень долго перезарядка. Нужно в очки, да, стрелять. Слушайте, это долго, кстати. Реально, это 100 киллов, 100 фрагов набить. Достаточно долго. Так, мы пока идем на первом месте. По крайней мере, в нашей команде. Не знаю, ребят, насколько это будет долгое видео. Смотри, опять вот. Давайте посмотрим, как можно отправить. А, вот, пожаловаться читы. Я не знаю, если честно, как это будет система работать. Не хотелось бы пересаживаться на мобильное устройство, потому что это и лишний геморрой со стримингом. И заново учиться играть можно. Это не очень хорошо, как минимум. Но еще раз повторю, что это для меня, наверняка, для других это, скорее всего, хороший вариант. Так, мы на 10 очков пока впереди. Так, лучшая серия у нас сколько было? 4, да? Значит, совсем не пользуюсь прыжками. Наверное, надо бы. Да надоели. Почему меня выцеливают? Не знаете? Может, я как-то помечен? Меченый. Ой-ой-ой-ой, что делаете? Что
Что ж вы творите? Негодяй. Да ну как? 4. Я хочу 5, я хочу серию из 5 сделать. Где? Где все? Ой, рука упала. Что-то прям там какая-то канонада. Так, ну что ж, мы победили самого лучшего игрока. Взяли, сейчас посмотрим, дадут ли нам опыта. Чтобы не было. И вообще что? Опыт не дают. Да, ну, судя по всему, не только. Это нужно ждать какого-то ближайшего патча. Ну что ж, ребят, ну что ж, в общем, вот такое у нас обновленница. Очень интересно бы хотелось посмотреть на систему репортов и как она будет действовать на людей, которые это с эмуляторов. Будет ли она вообще на таких людей действовать? Ну что ж, ребята, всем спасибо, кто досмотрел этот видос до конца. Надеюсь, спасибо, что вы вытерпели мой бархатный и ангельский голосок. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, залетайте на стримы. Всем удачи, всем счастливо.